И всем привет, с вами Хэдкраб, Изюмчик, и это Dark Souls, ребят. В прошлой серии мы увидели смерть Сигмайра, нашего веселого, толстенького добрячка. Печально. И убили Нита, великого повелителя могил. Ну что же, у нас остались только 4 короля, но чтобы к ней попасть, нам нужно пройти в лес и убить Сифа вначале. Так что давайте проберемся до ближайшего костра. Я не хочу бежать через Виверну, потому что она, скорее всего, будет дыхать огнем. Так что мы просто пробежимся тут. И отправимся в лес. На самом деле я хотел как-нибудь сделать PvP-серию, где я махаюсь в лесу с кем-нибудь. Мышка. Но, видимо, в этот раз тоже ее не получится сделать. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты у нас еще откуда прибежал? Хотя нет, врываться тут не буду. Все равно ко мне сейчас пусть кто-нибудь начнет лезть. Как вы знаете. Хотя, знаете, мне что-то кажется, зря я себе установил сетевую часть игры. Я потому что у меня на сейфе все равно ведь выкинет. Как в прошлый раз. Ну да ладно. Ты не хочу обнимашки. Так, до уровня нам еще совсем чуток осталось. Ну что же, пошлите. Врывы, Сиф и темный лес нас ждут. Вовремя. Появился очень даже вовремя. Он бежит.
Задолбал, блин, бить меня. Ну что ж, чувак мой, молодец. Дождался. Новичок, что ли? Ну да. Слабенький, слабенький. Мало уровня был. Хотел за него 9000 доли. Ну куда ты пошел? Иди сюда. Постоянно он сверху бьет. Да, пускай еще вторгаются. Почему бы и нет? Пока я тут бегаю. Давайте, NPC я уже вынес. А, это то, что вчера Баффорд видел. Удачи. Бей, щит. Стоп, а у меня что, тренового щита нету? А, я же его и не брал. Загруженность 38 из 150. Почему-то нельзя использовать одинаковые кольца. Как хреново перекатываюсь. Хавел, хавел, хавел. Ну что ж, думаю, подожду еще минут 10-15. Так что увидимся. У нас снова врыв. И опять ты, русский чувак. Макс Игорь, новичок.
немного поддаемся ему, что ли. Ну что ж, попадавались. Ну что ж, до следующего врыва, ребят. И опять русский вторгается. Может, он, кстати, может быть, ему будет проще спрыгнуть просто самому. Ну или же это 20. Ну, он бежит. Ну, привет еще раз. Не будем говорить, что я тоже. Ну, ладно. Только искать, не будем говорить, что я тоже умею заходить за спину. Ну окей, двумя мечами, так в двух руках. О, Темдух призвался. Hello. О, все стало понятно. Да ладно, в любом случае это сделал, чтобы меня выкинуло оттуда. Я хочу немножко прокачаться. Пожалуй, чуток побольше хитов. Не получилось. Да пофиг, все равно быть убил. Так, осталось разобраться с клириком. Да я тебе дам еще лечиться.
Ну ладно, думаю, пора бы двигаться все-таки уже к Сифу. Я сюда пришел не ради ПВП. Где у нас тут у нас спуск? Вот он. У кого-то сейф — это великий волк, а у кого-то сейф — это лагучий волк. Давай выкидывай, игра. А выкинул, выкинул. Ауч. Блин, все-таки получил по роже. 5 секунд, ребят. Ну что ж, нас выкинуло, но мы пришли вновь. Больно. Ах, блин, сквозь щит пробил. Точнее, у него вынес выносливость. Еще стоит и скалится. Блин, сам противный его круговой удар. Я вас убивать не буду. Вы меня уже достали. Блин, упасть еще и в слоумо. Охрененно. Да,
Что происходит? Опять с этим круговым ударом, а? Блин, я думаю, по ним ни разу не попаду. Хорош прыгать, а. Ауч. Все, сдался. Блин. Наконец-то. Могучий волк Стив повержен. Блин, Стив, почему ты так лагаешь, а? Так, мне там косточка, по-моему, была, да? Одна. Даже две. Что же, у нас остался только один путь. Самый низ. Четырем королям. Покойся с миром. О, блин, сейчас бы сейчас самый
рухнул бы. Упс, я нечаянно. Временное проклятие. Так, надо было сейчас поставить сюда, в эту руку. Ну, наверное, за душой храниться огнем мы не пойдем. Ну, побежим уже сразу открыть проход и спускаться к королям. Время проклятия еще одно выпало. Да, ну да, там у нас кинжальчик все же парирующий. Хорошая, интересная вещь, кстати говоря. Не убил? Нет. Странно. Нам, насколько я помню, сюда вот. Просто великолепное заклинание. Хорош там грабли совать. Еще кратковременно проклятие, ничего себе. Well, this is a surprise. Да-да-да-да-да, мы его все слышали. Четыре короля и бла-бла-бла-бла-бла. Да ну вас нафиг. Потому что не могу использовать. Обманули призраков, обманули призраков. А, зассали.
15 эстосов. Фу, зачем я лечусь-то? Приятной твари. Фух, в прошлый раз бы меня тут просто-напросто убило бы. На тебе прям в задницу, ладно. Ух ты! Не-не-не-не, иди нафиг. Вообще иди нафиг отсюда. Я пошел. Меня уронили. Ты задолбал уже. Что ж такое-то, а? Воу! Да, заглючило, да? Ну, 15 тысяч за них дают. Неплохо так. Так, где у нас там второй рыцарь? И сюда. А, блин, сам наткнулся на меч. Так, со срез у нас, да, кажется, вот тут он. Так что, ребят, я за эстосами и восстановить человечность. Тем более, что одна косточка осталась. Зачем я это делаю? А чтобы призвать ведьмочку, которая нам помогла с лунной бабочкой. В
сожалению, среза там ближе не было. Опять бежать туда, опять через призраков прорываться. Хотя там будет довольно близко. Кому этот свет молится, интересно? Или же они просто или а-ля от отчаяния? Я просто пробегаю мимо. А, блин, бросает тут из-под земли еще. Только не оба сразу, пожалуйста. Ха-ха, попался. Так, где у нас второй? Ну, давай. Мне пофиг, я к вам подлечусь. Ух-ху-ху-ху-ху. Так, у нас впереди не так уж и много осталось врагов. На. Заблокировался Кликадина. Вот она! Неприятное место. Ушел. Он застрял, что ли? Да сдохнем уже. Как приятно, когда они тебя слушаются.
О, блин, кто приперлся? Что приперлось, точнее? Итак, с ее призывной знак должен быть где-то за колонной. Как я читал. Вот он. Полежи. Ведьма Беатрис. Если у меня, кстати, сейчас не получится с первого раза вынести этих уродов четырех, то я, наверное, только включу запись, когда их вынесу. Я знаю, что здесь будет очень много попыток, ребят. Я вас калечу, Карториаса. Ну что же, удачи мне. Блин. Спрыгнул, называется. В атаку! Ах, ты не успел вернуться. Что ж такое-то, а? Я посмотрю. Блин, второй приперся уже. Ничего, что это слишком уж как-то быстро. Хил. Фух, успел. Блин, я его все-таки не успел убить. Ну что ж, ребят, это будет очень долго. Наконец-то. Наконец, с помощью Беатрисы я их наконец-то замахал. Просто-напросто уже задолбали. Сколько души. Кстати, а я взял свои души? Взял, вроде как. 180 тысяч, ребят. Хрена себе. И, кстати, пару секунд. Мы все еще косноворочим решаем, во что нам поиграть еще. 180 тысяч. Ага, охренеть, я... По 100 тысяч надо теперь на уровень. Нехило так. И что же у нас все души есть? Блин, интересно, у меня есть души, чтобы их сожрать?
Фух, блин, я, конечно, задолбался этих королевами проходить. Ненавижу этого босса. Также, наверное, ненавижу, как Мануса. Причем еще короли, и все приходит. Надо стараться как можно быстрее их убивать. Просыпайся. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. I am pleased to see you. Is it something? Да, стряслось. Перенеси меня. Very well. Then. Что ж, там мы мультик все видели. Ну а Гвинум пойдем уже в следующий раз, ребят. Я не знаю, сколько вышла эта серия. Потому что я примерно еще где-то часа полтора пытался убить этих чертов королей. Или без записи, но все равно. Ну что же, а в следующий раз мы уже пойдем к Гвину. Будем закруглять Dark Souls. Так что, с вами был Хэдкраб, Изюмчик. Ставьте лайки, подписывайтесь, зовите друзей и, конечно же, комментируйте видео. Всем пока, до следующей, последней серии. Ну и до новых врывов, конечно же.